Здравствуйте, дорогие друзья! Компания Sanatoriums является вашим персональным помощником при выборе санаторно-курортного лечения. Сейчас мы находимся в курортном городе Песчаны, Словакия. Проведем для вас видеообзор санатория Balneo Grand. Он расположен в северной части Купельного острова, неподалеку парковой полосы и гольф-клуба. Есть возможность запарковать свое авто в подземном гараже, либо же непосредственно у своего санатория. Это услуга за дополнительную оплату. Актуальную стоимость смотрите на нашем сайте sanatoriums.com. В санатории есть 161 номер различных категорий. Есть приспособление для людей с ограниченными возможностями, но нет номеров. Подключение к интернету по сети Wi-Fi для гостей бесплатно. Диспозиции гостей – небольшой компьютерный уголок. Пользование компьютером бесплатно. Здесь вы можете распечатать билет, зарегистрироваться на рейс или же забронировать следующую поездку от нашей компании. Для удобного перемещения гостей по санаторию есть несколько лифтов. Двухместный номер комфорт. Замки здесь электронные, на карту. Площадь данной категории 21 метр квадратный. Номер состоит из маленькой прихожей, совмещенного санузла и спальной комнаты. Здесь установлены две одноместные кровати размерами 90 на 200 сантиметров. Их можно раздвинуть. На кровати вы найдете халаты. К сожалению, тапочки здесь не предоставляются. Далее здесь также находится холодильник без мини-бара, но его могут заполнить по запросу за дополнительную оплату. Телевизор в том числе и с российскими каналами. Из спальной комнаты есть выход на балкон. Отмечу, что он есть во всех номерах данной категории. Вот так вот выглядит балкон. Вид открывается на парк и на горы. В прихожей в шкафу вы найдете сейф. В совмещенных санузлах устанавливают ванну со съемным душем. Есть набор полотенец, косметические принадлежности и фен. Подключение к интернету по сети Wi-Fi. На полу ковровое покрытие. Разрешено проживание с вашими домашними животными за дополнительную оплату. Актуальную стоимость смотрите у нас на сайте sanatoriums.com. Только что мы увидели одну из категорий номеров. Детально можно посмотреть на нашем сайте sanatoriums.com. А сейчас предлагаю ознакомиться с питанием. Хотелось бы обратить ваше внимание, что гости, проживающие в санатории, имеют возможность питаться в ресторанах Братислава, Будапешт, Прага и Вена. Все эти рестораны абсолютно одинаковые по качеству питания. Различаются они только интерьером. В какой ресторан вы попадете, зависит от загруженности. Есть всегда возможность поменять ресторан, это бесплатно. Также есть возможность питаться в а-ля-картовом ресторане Берлин, это за доплату. Ресторан Братислава вмещает 100 мест. Хочу отметить, что места за гостями на завтрак, обед и ужин закрепляются. Завтраки проводятся в виде шведского стола. Из напитков на завтрак гостям предлагается несколько видов сока, есть также вода, несколько сортов чая, кофе и молоко. Дорогие друзья, сейчас мы находимся с шеф-поваром Вашкович Франтишек. Он шеф-повар для санаториев Splendid и Grand. Здравствуйте, Франтишек. Здравствуйте. Он имеет опыт приготовления блюд с 1980 года. Скажите, пожалуйста, что и как вы готовите для ваших гостей на обед и ужин?
Нашим гостям предоставляем обеды и ужины в форме меню, из которого надо выбрать блюдо на следующий день. На выбор предлагается два супа и три главных блюда. В большинстве случаев подаем на обед домашнюю птицу и рыбу. То же самое касается ужина. Выбор из трех блюд. Кроме того, у нас есть дополнительное меню с 14 блюдами, которые клиент может заказать себе за небольшую доплату. В ресторане также есть салатный буфет и буфет с десертами. К обедам и ужинам бесплатно подаем воду и чай. Клиентам представляем и диетическое питание. Это работает так, что при составлении меню мы тесно сотрудничаем с диетологической сестрой. Клиенту, которому врач назначает диету, медсестра составляет специальное меню, которого я придерживаюсь во время приготовления блюд. И всегда, конечно, стараемся пойти клиентам навстречу. Пан Франдижек, скажите, пожалуйста, есть ли какая-то разница между четырьмя ресторанами, в которых гости ходят питаться? Сейчас мы находимся в ресторане «Берлин», а-ля-карт ресторане. Кроме него в отеле есть рестораны «Братислава», «Вена», «Будапешт» и «Прага». Все требования и пожелания клиентов решаем индивидуально. И если кто-то захочет кушать в другом зале, можем его перевести. Спасибо вам за интересную беседу. Дорогие друзья, приглашаю в наш отель, чтобы вы могли попробовать нашу еду и убедиться в высоком уровне предоставляемых нами услуг. Всегда будем рады вас видеть. Дорогие друзья, представляю вам диет-сестру Марию Кузьмиякову. Она работает в области медицины с 1996 года. Здравствуйте, Мария. Расскажите, пожалуйста, какие диеты вы предоставляете своим гостям? В наших отелях мы предоставляем диеты, диктуемые состоянием здоровья клиента: диабетическую, бессолевую, безглютеновую, безлактозную, гистаминовую. Назначаем и диеты при разных аллергиях, заболеваниях печени и желчного пузыря, низкокалорийные, а также индивидуальные диеты. После заселения клиент посещает врача, который дает направление к диетологу, после чего я провожу консультацию и назначаю правильное питание. Или указываю клиенту, какие блюда из общего меню ему можно есть, или составляю индивидуальное меню, согласно которому повара готовят блюда специально для этого гостя. Консультация с диет-сестрой является бесплатной. Только в гостиницах «Эспланады» и «Палаццо 4 звезды» есть специальная программа для снижения веса, доступная за доплату 3 евро в день. Объясняется это тем, что в таком случае консультация не касается проблем со здоровьем, а вызвана желанием самого клиента похудеть. Это единственное исключение, потому что это касается изменения образа жизни. Спасибо вам большое за беседу. Санаторий имеет свой собственный лечебно-диагностический центр, который соединен с ним крытым переходом. Давайте пообщаемся с врачом и узнаем возможности для лечения. Здравствуйте, дорогие друзья! Разрешите представить врача санатория Надежда Микульца. Общий стаж работы в медицине с 2000 года. Здравствуйте, Надежда. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, с какими группами заболеваний приезжают к вам в санаторий? Наш санаторий занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, позвоночника и суставов. Это артрозы, коксартроз, гонартроз, болевые синдромы в области позвоночника, ревматические заболевания в стадии ремиссии. Также мы занимаемся восстановлением пациентов после травм и операций ортопедического характера. Реактивными артритами занимаемся, а также заболевания Бехтерева, некоторые неврологические заболевания и реабилитация пациентов после инсультов. Какие методы лечения применяются? Основой нашего лечения является наш уникальный природный минеральный ресурс. Это наши грязи, которые образуются в колене реки Ваг.
и минеральная вода из источника с глубины 2000 метров. С нашей грязью и термальной минеральной водой применяются такие процедуры, как общее грязевое обертывание. При аппликации воды и грязи улучшается состояние хрящевой ткани. Конечно же, при определенной продолжительности лечения улучшается общее кровообращение, улучшается питание хрящей. И, конечно же, снимаются боли, мышечные спазмы, отеки и повышается общий тонус пациента. Есть термальный минеральный бассейн с температурой 39 и 37 градусов для тех пациентов, которые меньше переносят гипертермальные процедуры с определенными противопоказаниями. Также для пациентов, которые не могут посещать общий бассейн, предлагаются индивидуальные минеральные ванны с более низкой температурой, которая устанавливается индивидуально для каждого пациента. Частью курса лечения обязательно является лечение движением, упражнения в воде. Кроме того, у нас есть много новых методов лечения движением. Это различные физиотерапевтические методы. Один из самых новейших методов лечения – это процедура «Биобаланс», которая к нам пришла из Германии, и наши физиотерапевты успешно применяют ее на практике. Кроме того, весь спектр электролечения, фототерапия, лазеротерапия, всевозможные массажи. Кроме того, мы назначаем питьевое лечение, и при помощи питьевого лечения усиливается эффект наружных процедур. Мы находимся в лечебном отделении Бальня у термально-минерального источника. Расскажите, пожалуйста, Надежда, к чему он применяется и чем он хорош? Это уникальный источник природной лечебной минеральной воды. Этот источник находится здесь непосредственно, где пациенты принимают процедуры в нашем лечебном отделении. То есть, не выходя отсюда, они могут принимать, кроме наших процедур, и питьевой курс. Лечебная минеральная вода в первую очередь применяется для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. И соединение серы усваивается организмом намного лучше, чем из хондропротекторов, то есть из таблеток, биодобавок, препаратов, которые используются медикаментозно. Кроме того, питьевой источник мы можем рекомендовать при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при гастритах с повышенной кислотностью, при подагре, при заболеваниях диспептического характера. Не рекомендуется при камнях в желчном пузыре, то есть заболевания холецистолития. А можно ли его употреблять без назначения врача? По назначению врача мы рекомендуем пациентам по стаканчику 200 мл 3 раза в день за полчаса до еды, за 20 минут до еды натощак. И без назначения врача не более 20-30 мл. Диспозиции гостей есть внутренний крытый бассейн размерами 7 на 17 метров. Он на простой воде. Оборудован гидромассажными струями. На территории санатория есть зона отдыха, которая включает в себя бассейн размерами 12 на 21 метр. Он на простой воде глубиной 120 и 160 сантиметров. Далее здесь находится зона с лежаками,
Также на территории есть кафе, где вы можете купить прохладительные напитки. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал в YouTube, смотрите за обновлением авторских видеороликов и бронируйте санаторий Balneo Grand по лучшим ценам и условиям на нашем сайте sanatoriums.com. Thank you.